Завершается подготовка к международной конференции «Построение мира без ядерного оружия». В Сенате парламента состоялось заключительное заседание Оргкомитета по подготовке. Конференция, посвященная 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона, состоится 29 августа в столичном Дворце независимости. Спикер Сената Касымжомарт Токаев поручил обеспечить четкую координацию и завершить согласование итогового документа. Ожидается, в работе конференции примут участие порядка 200 делегатов из 50 стран мира. В ходе пленарной сессии и 4 тематических заседаний участники обсудят актуальные вопросы ядерного разоружения и нераспространения.